А сейчас в столбах какой-нибудь. И таких инцидентов в интернете множество. Ледяная горка, казалось бы, детская забава, крайне травмоопасна. Здесь ломают руки, ноги, получают ушибы и сотрясение мозга десятки человек. Причем как взрослые, так и дети. Чтобы не скатиться с горки прямиком в больницу, нужно соблюдать элементарные правила безопасности. Не скатываться стоя, спиной и уж тем более головой вперед. Делать это нужно очень аккуратно. А как только вы скатили, сразу отходите в сторону, иначе есть большой риск, что вас собьют. В особой опасности, естественно, дети. За ними нужен глаз да глаз. Небезопасно для ребятишек, конечно, нет. Надо аккуратно смотреть, следить за ними. Здесь очень... В прошлом году мы здесь были перед Новым годом. Тут такое было столпотворение, что я даже боялась своего внука на большую вот горку, вот эта большая. Я боялась его пускать. Правда, есть и те, кто уверен, что на горке так же безопасно, как и дома. Я думаю, что если горки делают, то, наверное, скорее всего, безопасность прежде всего, и поэтому они уже сделаны с той целью, чтобы было безопасно. Кстати, в прошлом году инцидент на горке даже дошел до суда, рассказывает адвокат Илья Колесников. В индустриальном районе ребенок скатился со снежного аттракциона и получил компрессионный перелом позвоночника. Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Через суд пострадавшим выплатили компенсацию, а вообще за это грозит не только штраф. Если будет получен тяжкий вред здоровью, либо смерть, там ответственность наступает по второй части, которая предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Если перелом, они будут относиться к тяжкому вреду здоровью, как правило, ну либо средней тяжести вред здоровью, тогда первая часть. Ну, это преступление средней тяжести до 5 лет лишения свободы. Есть и нюансы. Если горка официальная, к примеру, на площади Сахарова, то подавать в суд в случае травмы есть на кого. Подрядчика, который строил горку, или же на администрацию. А если горку слепил сосед во дворе и произошел несчастный случай, то судить и требовать компенсацию, по сути, не с кого. Валентина Аскерова, Александр Антропов, Николай Шелко. День с толком.